Зебрик, а Зебрик, да. Ну ты по что у нас такой придурок-то, а? Выводы правильные по жизни сделала. Мне ничего не хочется, не то что замуж. Ничего не хочется. А что тогда деньги копишь? А я не коплю, я откладываю. А на что откладываешь? Не знаю. Может, комнату куплю. На заслуженный отдых уйду. Рожу от кого-нибудь, будем жить вместе. Ага, а мы к тебе будем приходить няниться. Не, я в Москве не стала жилье покупать, дорого. Ну ладно, родишь, да, на что кормить? Садик тоже без взятки не устроишь. Вот мне клиент рассказывал, он сына устраивал. Штука зелени. А где баксы возьмешь? Короче, Анька предлагает до старости на точке пахать. Да что сразу до старости-то? Ну я ближайшие лет 5 о личной жизни думать не буду. Не надо Соньку на ногу поставить, замуж выйти. И мне Павлик тоже надо в Суворовское училище пристроить. Ну а что я подумала, и в Москве и пригляд. Прикиньте, они там до сих пор танцы учат. Конкурс только большой, наверное. Наверное, большой. Ну да. Ну что тебе, налить? Да. То, что ли, скажи, Анька? Ну, давайте, знаете, за что выпьем? Чтобы мы по жизни правильные выводы делали. Шагай. Всем раздеться. Одежда на стульчике. И в бассейн. За мной.